Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую акцию в рамках социального раунда «Стоп-гаджет». Дорожные полицейские побеседовали с посетителями регистрационно-экзаменационного отдела. Они постарались разъяснить на конкретных примерах, почему так опасно пользоваться мобильным телефоном за рулем и какими могут быть последствия. Всем автолюбителям вручили тематические листовки и призвали задуматься о том, какую цену можно заплатить за обычный разговор или СМС.